В Мариуполе начал работу новый состав депутатов городского совета и городской голова Вадим Бойченко, который до своего избрания работал топ-менеджером компании «Мединвест» Рената Ахметова. Утром Бойченко прибыл к зданию ДК «Молодежный» на одном из трех черных внедорожников – Toyota Land Cruiser, Lexus и Toyota Prado. В двух других авто поздравить новоизбранного мэра приехали экс-коллеги, гендиректора двух крупнейших предприятий города – медкомбината «Азовсталь» Энвер Скетишвили и медкомбината имени Ильича Юрий Зинченко. Пока никаких решений не было принято, сессия носила символический характер. Ее начала вести глава городской избирательной комиссии Татьяна Недавняя. Она зачитала данные итогов местных выборов, объявила, что мэром стал Вадим Бойченко, огласила список новых депутатов. Постановою від 2 грудня 2015 року номер 144 Маріупольська міська виборча комісія Донецької області постановила визнати Бойченка Вадима Сергійовича обраним міським головою міста Маріуполь Донецької області. Городской голова и депутаты приняли присягу. Вадим Бойченко произнес вступительную речь и принял символы муниципальной власти. Внимание общественности привлекла оговорка нового мэра. Во время своего выступления он сказал: «Конечно же, мы сегодня живем, и город Мариуполь живет в сложное время. Мы пережили войну. Я хочу сказать о том, что и сейчас еще остается сложная ситуация в городе Мариуполе». После этого последовал шум и выкрики удивленных такой фразой. Бойченко также выразил благодарность военным, которые защищают город Мариуполь, и объявил минуту молчания в память о погибших во время боевых действий мирных жителях. Поздравить избранную 29 ноября местную власть прибыли заместитель губернатора Виктор Ремский, начальник главного управления национальной полиции в Донецкой области Вячеслав Оброськин. Во время своего выступления заместитель главы областной военно-гражданской администрации Виктор Ремский в очередной раз напомнил, что местная власть должна обратить внимание на экологию города. Дуже багато є проблем з електроенергетикою, з теплозберіганням, з транспортом, екологія, наведення порядку з мафами і всі інші питання, якими ви будете займатися. После всех торжественных и символических действ в сессии был объявлен перерыв до 10:00 17 декабря. Часть депутатов осталась в сессионном зале для обсуждения будущей повестки дня. После объявления перерыва Вадим Бойченко уже в статусе мэра дал свои первые комментарии журналистам. По какому принципу будете отбирать команду? По какому принципу? По профессиональному. Я хочу сказать, что профессиональные качества превыше всего. Конечно же, это те люди, которые проверены были временем. Знаете, я всегда говорю, это мой тезис, который я всегда использую. Время и события определяют сильных людей. Однако вопрос о признании России страной-агрессором Вадим Сергеевич назвал провокационным и отвечать на него отказался. Давайте без провокационных вопросов. У меня праздничное настроение. Давайте лучше. Бойченко также объявил о своих первых кадровых решениях. Секретарем Горсовета будет также тот человек, который проверенный временем, Степан Григорьевич Максма, который в свое время был председателем поселкового совета Сартана. С этим человеком я прошел тоже сложный период времени. Это человек также проверенный временем. Коммунальным хозяйством будут заведовать также те люди, которым сегодня я доверяю всецело, те люди, которые профессионально работали на этом поприще, понимают в этом, сделали проекты, которые направлены на операционную эффективность, повышали уровень эффективности коммунальных предприятий внутри. Сначала завода, потом внутри компании, доказали свою эффективность, доказали свой профессионализм. Это Михаил Михайлович Ковут. Жители Мариуполя с нетерпением ждут первых решений новой местной власти и действий, которые улучшат жизнь горожан. Юлия Диденко, Андрей Шалфеев. Специально для общественного телевидения Донбасса.